Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Мужчина за рулем автомобиля Mazda при выезде со второстепенной улицы на главную нарушил правила и не предоставил преимущество в движении. В итоге врезался в скутер, который ехал по главной дороге. Молодой человек, управлявший двухколесным транспортом, получил травмы и был доставлен в больницу. Правда, как говорят очевидцы, в ожидании медиков первую помощь пострадавшему пришлось оказывать свидетелям ДТП.